Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня вы у меня на канале, и мы сегодня собрались здесь по причине того, что мой друг и товарищ, это Артем Китчен, меню Казан Мангал, так называется его канал, из Германии, предложил мне принять участие в эстафете, который мы рассказываем и предлагаем своих друзей для дружбы всем остальным гостям и друзьям. И Артем мне любезно предложил такую возможность. Я участвую уже второй раз в такой эстафете. И, кстати, она приносит свои плоды. Я в первом случае нашел несколько друзей. В этот раз мне предложил принять участие Артем. Мы с ним познакомились не так давно, но у нас с ним завязалась дружба. Артем и Вероника, я вам передаю привет из Сибири, всего самого хорошего, всего замечательного. Молодцы, так держать. Ну и вопросом, который звучит в нашей эстафете, ну такой вопрос, может быть, он и сейчас актуальный, получается, как мы поднимаем иммунитет в период самоизоляции. Ну, с этим вопросом мне, наверное, проще всего справиться. Я со своей супругой люблю путешествовать по лесам, по полям. И в летнее и осеннее время мы собираем очень много ягод, грибов, ну и, конечно, лекарственных трав. Лекарственные травы мы очень любим и применяем их постоянно зимой. Собираем шиповник, собираем душицу, чабрец, зверобой и иван-чай. Кстати, из иван-чая я делаю вместе с супругой замечательный тонизирующий чай. Просто исключительно вкусный. Даже ни в какие сравнения не идет с чаями, которые в пакетиках там или которые продаются в магазинах, супермаркетах. Это экологический, здоровый и очень полезный чай. Поэтому вот такими способами мы себя оздоравливаем. Кроме всего прочего, моя супруга еще увлекается оздоровлением. Нашла, значит, тоже в интернете, что лен, зерна очень нам помогают организму побороть какие-то недуги и постоянно держать организм в тонусе. Поэтому мы еще и такой вариант применяем оздоровления. Это зерна льна. Можно еще использовать и пророщенную пшеницу. Тоже хороший вариант. Поэтому вот такой мой ответ на этот вопрос. Ну и в нашей эстафете я должен представить своих друзей для всего сообщества, для моих друзей и гостей канала. Друзья, я с большим удовольствием хочу вам представить одного из пяти моих друзей. Это Ольга. Канал называется Олса. Это Оля и Саша. Мир в кармане. Олса, мир в кармане. Оля живет в Новосибирске. Очень хорошая женщина. У нее сейчас времени очень много. Она на пенсии. И поэтому занята своими внуками, своим мужем Александром. Ну и увлекается, кроме всего прочего, какими-то подделками. У нее много картин. Она делает аппликации, вышивки. В общем, человек не сидит без дела. У них дача. Они летом проводят время, выращивают все, что нужно для семьи и для своих детей. Имеют точно так же, как и мы, двух сыновей. Поэтому у нас схожие семьи. Оля и Саша, и мы тоже. И у нас два сына. Вот такой канал. Олса, мир в кармане. Я вам с удовольствием предлагаю. Оленька, привет большой из Сибири, из Ишима. Давай, подключайся, тоже предлагай своих друзей. Второй канал называется USA Таня Мача. Это молодая женщина, которая недавно переехала в Америку, сейчас живет в Калифорнии со своим молодым человеком, которого зовут Хосе. Тоже очень хорошая женщина. Вот мы нашли с ней общий язык и общаемся, она показывает в роликах жизнь в Соединенных Штатах. Конечно, у них там интересно все, красиво и много чего для нас необычного. И я надеюсь, что Таня покажет нам еще много чего интересного.
У нее супруг занимается домашним хозяйством, мастерит. Поэтому мне тоже это интересно. Я думаю, Таня тоже будет это показывать. И надеемся, что ролики будут выходить регулярно. Танечка, привет тебе и Хосе. Третий канал, кого бы я вам предложил для дружеского общения, это тамбовский пчеловод Пасека Марьиных. Хозяин этого канала Дмитрий Марьин. Очень хороший молодой человек. Тоже я с ним познакомился. Доброжелательный. Такой малоразговорчивый, но все по делу. И еще я отметил для себя, что пчеловоды не бывают плохими людьми. Это точно, это я по жизни уже знаю. Пчеловоды всегда хорошие люди. Они обращаются с такими насекомыми, с которыми вот эти насекомые никогда, значит, с плохим человеком не сживутся. А здесь он с голыми руками спокойно их трогает, их сметает, их, ну, в общем, занимается. Они его не кусают, я вижу, что он человек хороший. И предлагаю вам с ним познакомиться. Я думаю, Дима будет доволен. У него только начинается канал, подписчиков мало. И кто, друзья, подпишется, я буду благодарен. А Дима тем более. Может, даже еще и угостит медом кого-то. Поэтому, пожалуйста, Дима, привет. Всего хорошего. Будем надеяться, что у тебя канал заживет и пополнится новыми подписчиками. Друзья, еще один канал. Это у нас «Водная артерия». Сибири, там занимается этим каналом Андрей, живет в Красноярском крае, у него интересные видео, он рыбак, и он, я понимаю, что занимается охотой и грибами, но самое главное, там исключительная природа. Все ролики вот именно содержат в себе картины необычайной природы Красноярского края. Друзья, обязательно заходите к Андрею на канал. Смотрите видео, комментируйте. Я думаю, Андрей будет просто доволен и поблагодарит вас. Еще я вам хотел представить канал. Это «Страна Оз. Жизнь в Австралии». Там живут Руслан и Лена с двумя детками. Они тоже недавно переехали в Австралию, поэтому они сейчас обживаются и показывают, какая жизнь на таком большом континенте, оторванном от остального мира, в другом полушарии, в Австралии. Там все интересно, насекомые и животные, поэтому я думаю, что Руслан будет показывать, и это будет очень интересно. Я тоже думаю, что Руслан будет доволен, когда к нему придут гости, мои друзья, и будет рад такому количеству новых друзей. Кроме всего прочего, я хотел передать привет своим друзьям, своим соседям, которых сегодня увидел. Вот мы сейчас здесь на самоизоляции. И знаете, буквально через дом живем, но видимся очень редко. А сегодня случайно встретились на улице. Вот, поэтому Виталий и Светочка Морозы, вам большой привет. Вы меня смотрите, я знаю. Всего вам хорошего, здоровья самое главное. Все будет у нас хорошо. И еще хочу передать привет своему давнему товарищу, которого я буквально перед съемкой пообщался с ним. Мы уже больше 3 лет не виделись. В общем, как я с работы уволился, и он ушел с работы, с той, которая нас связывала с ним много лет. Это Зорин Евгений Анатольевич. Дорогой Евгений Анатольевич, я рад, что ты смотришь тоже мой канал, ты интересуешься. Все у меня хорошо, дорогой. Все замечательно. И тебе желаю того же самого. Тебе громадный привет из Ишима от меня. Помнишь, как мы с тобой сидели, общались, и было все хорошо и классно. Ну и еще я хотел передать громадный привет моему старому подписчику и давнему подписчику. Он, может быть, и не старый, но он давний мой подписчик. Самый первых еще, когда роликов. Это Джалил Гапизов. Он живет в Дагестане. Очень хороший, отзывчивый, очень порядочный молодой человек, который всегда меня поддерживает комментариями, никогда не пропускает моих роликов, моих видео. Всегда я жду его. Он общительный и очень положительный молодой человек. Джалил, тебе громадное спасибо. Смотри, приходи мои ролики. Всего тебе хорошего. Здоровья твоей семье.
твоей дочке, которая недавно родилась, чтобы все было хорошо у вас в семье, с супругой здоровье было, и все у вас будет нормально. Ну и что, мои дорогие друзья, я в завершение хотел поднять за ваше здоровье свое вино с Вишневой улицы. Вишневое, замечательно. У меня по осени получилось где-то около 4 банок 3-литровых, но вот уже одна банка разошлась, осталось 3 всего лишь. 3 банки вишневого вина, ароматное, запах миндаля, такой цвет красивый и очень ароматный. Друзья, пью за вас от всей души. Ну, у меня есть, правда, тут что выпить, но я, знаете, как-то сюда редко захаживаю, мне хватает вина. Ну а покрепче, пожалуйста, тоже есть. Могу и коктейль сделать какой-то, или напиток интересный. В общем, когда прихожу сюда париться в сауну, то иногда я могу себе позволить маленькую рюмочку, в общем, принять для укрепления сосудов. Ну а так, друзья, еще раз всех хочу поблагодарить. Самое главное, поблагодарить Артема, который живет в Германии. Спасибо тебе, дорогой, за предоставленную возможность еще раз выступить и предложить своих друзей для вас, для гостей моего канала. За ваше здоровье, друзья, я пью. И будьте здоровы, не болейте. И как-нибудь мы переживем эту изоляцию. Я думаю, все, кто находится в YouTube-сообществе, должны быть здоровыми. Вы все нам нужны. Пьем за вас. А, вкусное. Ну и все, на этом будем прощаться. До новых встреч, друзья. Всего вам хорошего. Здоровья самое главное. До свидания. Пока-пока. До свидания.